Речь о микрорайоне Московский, где не могут построить новую школу несколько лет. Все из-за того, что не хватает денег в бюджете. С просьбой решить проблему губернатору на прием граждан пришли жители района. Министр строительства попытался объяснить, почему школа такая дорогая. В ней запланированы несколько бассейнов и спортивный комплекс. Так ли они нужны, недоумевает Вениамин Кондратьев, если из-за этого саму школу построить и не могут. Сколько необходимо времени, чтобы изменить проект? Вот, значит, в сторону типовой школы Краснодара. Чтобы приступить, например, к следующему году, я к концу года это сделаю. Мы не можем делать в Краснодаре супер-супер, три раза суперэлитную школу, а те, кто в целом другие микрорайоны Краснодара. У нас школа на два бассейна. Ну, это абсурдно. Это неуважение просто к собственному населению, другому. Я говорю, за такие, за 2,5 миллиарда мы можем построить, поверьте, как минимум 4-5 школ. А мы одну делаем такую. Все, изменяйте до конца года проект. Сейчас в районе жилищного комплекса «Московский» проживают 35 тысяч человек. Школ там не хватает. Только в этом году в одну из них набрали 17 первых классов. Поэтому новое образовательное учреждение здесь ждут как воздух. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.